Всем привет, ребят, с вами снова я, Бак Фалкон. И сегодня наш призыву Пайлину, который пройдет 1 июня, а я на бомежу Дмитрием Бивовым и Маликом Женадом. Шанс, что мы можем сгореть 80 на 20 позже Бивова, и я должен одержать победу единогласным решением судей. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Также прошу вас поддержать это видео лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. И мы начинаем нашу трансляцию. Let's set the table for you and get ready to dish up this big night of action. И первым на линк выходит Дмитрий Бивов. 22 боя, 22 победы, 11 же нокаутом и ни одного поражения. В моделированиях 15 поединков, 12 побед, 5 нокаутом, 1 поражение и 2 ничьи. Изначально Бивов должен был драться против Битвбиева, но Битвбиев получил травму и на замену вышел Малик Женад. Бой чемпионский. А вот выходит и его оппонент, Малик Женад. 22 боя, 22 победы, 16 из них нокаутом и ни одного поражения. В моделированиях для него дебютный поединок. Нам представляют боксеров. Саш рефери напомнит боксерам правила, и мы начнем. Первый раунд, погнали! Помахивается Женад, Бивов встречает. Мимо. Точно, Дмитрий. Пытается сжать Малик своего оппонента в углу. Бивов выжидает. Попустил сейчас Дмитрий. Мимо. Точно, Женад. Кэрлин. Восьмен. Апперкот от Бивова. Мимо. Точно, Дмитрий. Мимо. Помахивается претендент. Чемпион точен. Восьмен. Мимо. Мимо. Точно, Малик. Попадает Дмитрий. Восьмен. Неплохо. Мимо. Точен Женад. Бивов отвечает. Мимо. Неплохо. Точно, Дмитрий. Неплохо. Попадает Бивол.
Неплохо. Попадает Мерлик. Белова отвечает. Мимо. Неплохо. Первый раунд завершен, и он же Дмитрием. 10-9. Белов ределывает. Teddy, you know, you really got to admire how accurate he is. I mean, he makes the most of what he throws. Yeah, he makes it count. This is a guy who doesn't want to waste anything. All right. You want this fight? Because listen to me, man. You, if you want this fight, you got to stay busy out there, all right? Because you're losing this fight. Why? Because you're not throwing any punches. Here we go. И у нас второй раунд. Неплохо. Мимо. Помахивается Мерлик. Белова пока что дает поработать оппоненту. Встречается чемпион своего визави. Неплохо. Кэрлин. А, пивокот. Мимо. Попадает Мерлик. Снова попадает Джинат. Опережает Мерлик своего визави. Мимо. Попадает Джинат, Белов отвечает. Мимо. Точим снова Мерлик. Мимо. Кэрлин. Мимо. Точим Дмитрий. Восмен. Белот буксирует паузу. Неплохо. Снова точен Мерлик. Кэрлин. Точен Джинат. Мимо. А, пивокот. Восмеян. Кэрлин. Неплохо. Мимо. Точно, Бивол. Женат отвечает. Тоже давай от Бивола, и это нокдаун. Первый нокдаун в нашем поединке. Вот это да. Смотрим, как это было. На встречу дал, и нокдаун случился. Не успел вернуть претендента руки на место, и за это поплатился. Мерлик встает, и бой продолжается. Мимо. Точно, Дмитрий. Мимо. Восмен. Мимо. Неплохо. Кэрлинич. Мимо. Кэрлинич. И второй раунд забивал, плюс нокдаун. 20-17, Дмитрий ределывает. Yeah, the first thing is you put some cold water, you can't use that, you clear his head, and you tell him why he was dropped. Keep circling. Don't stand in front of him. Where's your body? Hit the body!
И у нас вау номер 3. Идет женат в атаку. Дмитрий встречает. Восмеян. А, пивокот. Неплохо. Мимо. Мимо. Пытается атаковать женат. Бивол попадает апперкотом. Неплохо. Карлинч. Встречает женат своего визави. Мимо. Мимо. Неплохо. Восмеян. Мимо. Помахивается Марлик. Неплохо. Мимо. Выжидает Биву. Восмеян. Неплохо. Восмеян снова. Мимо. Попадает Бивол. Точно, Дмитрий. Неплохо. Start going downstairs, taking the air out of the tires, and later on, he'll be in front of you. Мимо. A stabbing right hand by Blood. Мимо. Попадает Марлик, Дмитрий отвечает. Мимо. Мимо. Попадает Дмитрий. Неплохо. Мимо. Карлинич. Восмеян. Снова Восмеян. Точно бегу. А, пивокот. Неплохо. И третий раунд за Дмитрия. Дмитрий 26, Бивол впереди. This guy is beating the shit out of you. You have to. Beginning of round number 4. И у Невшанши тоже такой же счет. А у нас вау номер 4. Мимо бьет Марлик. Мимо. Точно, бегу. Женат помахивается. Неплохо. Попадает женат. Выжидает Дмитрий. Мимо. Попадает Марлик. Мимо. Женат точен. Мимо бьет Бивол. Неплохо. Мимо. Мимо.
Точно. Дмитрий? Неплохо. Точно, Мэдлик. А, первый код. Неплохо. Мимо. Точно, Дмитрий. Восмеян. Right. Неплохо. Попадает женат и клинчует. Снова встречает Мэдлик своего визави. Неплохо. Точно женат. Бивов ждет. Восмен. Мимо. Неплохо. Мимо. Оба. Точно, претендент. И четвертый раунд уже претендентом. 39, 36, Бивол впереди. They're out there just going through the motions, not firing off punches. Hey, if you don't move your hands, if you don't throw punches, it's hard to win rounds. Jab and move. We got it. You need to throw more punches. The body, bang the body, hit that body. You don't need that. No, throw that away. И у нас раунд номер 5. А, первый код. Неплохо. Мимо. Точно, Мэдлик. Попадает женат. Снова попускает Дмитрий. Неплохо. Точно, бегу. Мимо. Неплохо. Мимо. Восмен. Попадает Бивол. Мимо. Кэрлинч. Восмен. Неплохо. Мимо. Бивол точен. Помахивается женат. Мимо. Дмитрий точен. Снова помахивается претендент. Мимо. Оба. Мимо. Помахивается претендент. Чемпион точен. Is getting away from him in a big way. Yeah, he needs a plan B right now. You know, he came in with plan A, Joe, but plan B is Mima. He has to find another way to create offense. He's not going to be able to do it Mima. On the back end. Needs to improve that accuracy. Missed with the headshot. Помахивается претендент. Точно, женат, Бивол встречает. Попадает чемпион. Снова точно Дмитрий. Мэдлик бьет мимо.
неплохо. Точно, Марлик. Кэрл Линч. Мимо. И пятый раунд уже Дмитрий. Шовок 9, Шовок 5, Бивол впереди. That it's gonna end at any moment in these later rounds. Yeah, these guys are not saving anything. They're going for broke right from the beginning. You gotta land a big punch now. No doubt about it. You are losing this fight. You need to throw and land a big shot. Look at me. Knock this motherfucker out. Listen. И у нас раунд номер 6. Точно, Дмитрий. Женат помахивается. Мимо. Бивол точен. Росмен. Мимо. Неплохо. Defensively, he's out of the other fighter's range. Kerr Lynch. Eyes up on the inside. Мимо. Берут боксера паузу. Мимо. А, первый кот. Точно, Дмитрий. Женат точен. Мимо. Попадает снова Марлик. Дмитрий отвечает. Точен. Биву. Восмеян. Неплохо. Восмеян снова. Точно, Дмитрий. Мимо. Мимо. Точно, Бивол. Мимо. Дмитрий попадает. Помахивается претендент. Неплохо. Мимо. Попадает Марлик. Да что это, женат до Шерли. Неплохо. Кэрлин. Точно, чемпион. Мимо. Оба. Неплохо. Мимо. И шестой раунд за чемпионом. После первого хорона боя Бивол впереди со счетом 59-54. Посмотрим, что нам покажет вторая половина боя. You know, you faint that you're gonna throw something, you don't throw it. And then he makes a move, then you throw it. Fainting. That's the key. He's hurt. Get him this round. We got it. Listen, I'm not gonna stand here and watch you take these shots, okay? You understand me? Let's see some defense and more punches. I don't need that. I'm gonna throw that away. И у нас раунд номер 7. Точно, Марлик. Дмитрий встречает. Неплохо.
Попадает Джинат. Снова точен Марлик. Неплохо. Мимо. Crazy because he's leaving himself wide open with these sweeping shots. Well, you talk about that old saying, leaving the barn door open, and the horses. Неплохо. Well, guess what? The punches sooner or later they're gonna come in. Мимо. Точно, Дмитрий. Попадает Джинат. That wasn't able to land. Мимо. Неплохо. Бивол отвечает. Точен чемпион. Претендент попадает. Неплохо. А, пилокот. Дмитрий отвечает. Мимо. Бивол точен. Неплохо. Мимо. Керлинч. Мимо. Неплохо. Мимо. Марлик точен. Мимо. Апелкот от Бивола. Мимо. Очень близкий раунд пока что. Помахивается Марлик. Мимо. Точен Дмитрий. Неплохо. Точно, Бивол. Неплохо. Снова попадает чемпион. Мимо. Точно, Марлик. И седьмой раунд за чемпионом. 69 шатры Дмитрий ведет. You're letting this guy get away. Come on, this is it. You gotta make it a fight now. You can't just move around. You gotta move your hands in there. All right, let's go. Okay, doing well. Let's get him some water. Take a deep. As we open up round eight. А, у Нерсанша счет вовсе 69-62. И у нас раунд номер 8. Идет Джинат в атаку. Неплохо. Попадает Бивол, поражен Марлик. Идет Дмитрий на добивание. Джинат клинчует. Стерпит пока что Марлик. Но Дмитрий продолжает идти в атаку. Восьмен. Мимо. А, пилокот. Мимо. Точно, Дмитрий. Марлик отвечает. Видно, как устал претендент. Неплохо. Восьмен. Мимо. Мимо. Выжидает Бивол. Мимо. Попадает Дмитрий. Снова прошел претендент. Идет чемпион на добивание. Кэрлинч. Мимо.
Тяжко приходится претенденту. Мимо. Мимо. Помахивается Мордвик. Неплохо. Точно, Дмитрий. Снова попадает Бивол. Неплохо. Оба бьют паузу. Неплохо. Попадает Дмитрий. Мимо. Неплохо. А, первый код. Точно. Дмитрий. Попадает Биву. Мимо. Мимо. Неплохо. И восьмой раунд за чемпионом. 79-72. Бивол впереди. We've been sitting here all night long as he lands these thudding blows. You can just hear the damage landing. Yeah, and I can feel them. Some fluids that I don't really want are coming onto my shirt. He's tired now. Keep on him. Keep the pressure on. There you go. Listen, he's done. He's done. I want you to double up that jab and finish off with the hook, okay? И у нас раунд номер 9. They really got their fighter back to where he needs to be after being damaged in that last round. And that's not the only good job. Устал Мордвик, это мы видим. Точно, Дмитрий, восьмен. Мимо, женат, точно. Неплохо. Попадает Бивол. Никуда не спешит чемпион. Восьмен. Встречает Мордвик. Бивол точен. Бивол боксер на паузу. Неплохо. Точен, женат. Попадает Дмитрий. Неплохо. Мимо. Попадает женат. Бивол точен. Мимо. Неплохо. Точен, Дмитрий. Попадает Бивол и потрясен женат. Терпит пока что Мордвик, а первый код от чемпиона. Кэрлинич. Снова потрясен Мордвик и все-таки у нас случается второй нокдаун в поединке. Смотрим, как это было. Пытается подняться претендент. Но ему это не удается. Вот и все. Бой окончен. Что ж, посмотрим, как же на самом деле пойдет этот поединок. Победу нокаутом в 9 раунде одерживает Дмитрий Бивол. That
У всех шули шут был. 79. 70. Женаду отдали 4-й раунд. Создавайте, обратимся к статистике. Биво попал 199 ударов из 422. Женад 197 из 523. По нокдаунам 2-0. У Дмитрия 66 из 205 в голову, 124 из 227 в копош и силовых 65 из 136. У Малык 64 из 219 в голову, 124 из 304 в копош и силовых 67 из 198 по раундам. Первый 22-25, силовые 6-7. Второй 25-26, силовые 9-7, нокдауны 1-0. Третий 24-27, силовые 10-8. Четвертый 14-20, силовые 6-5. Пятый 21-21, силовые 4-7. Шестой 25-19, силовые 9-9. Седьмой 24-24, силовые 7-9. Восьмой 28-22, силовые 7-13. И девятый 17-13, силовые 7-2, нокдауны 1-0. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой-большой вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.